Доброго времени суток! С вами ваш директор Елена Лабуть. И сегодня мы совместно со всеми нашими директорами, которые являются спонсорами для вас, каждый директор является спонсором для своей директорской ветки, проводим розыгрыш подарков. Вы видите все подарки, которые в ближайшие дни отправятся вам по вашим городам, по вашему адресу. Начнем мы, конечно, с того, что я вам хочу рассказать, что всего у нас участвовало в нашей акции много людей. Но кто-то привел одного человека, кто-то двух, кто-то сам решил забрать подарок. В первую очередь мы смотрели, чтобы люди были реальные. Ну, то есть, конечно же, вы можете себе забрать подарок, но нам нужны люди, которые останутся в вашей структуре, будут заказывать, будут расти вместе с вами и будут помогать дальше вам. И три самых главных человека, которые сорвали у нас самый большой куш, это у нас, посмотрите, 300 рублей. Каждый по 100 рублей заработали в Рублевской Ирена, Видзе 23 человека, Кундро Анастасия, Воропаева 16 человек, или Мишкевич Ольга 16 человек, город Новополоцк. Поздравляем самых главных победителей, им отправляются по 100 рублей. Дальше у нас было много людей, непосредственно из них 13 человек, которых мы сейчас огласим, которые также получили подарки. Самые крупные подарки – это утюг. Два утюга у нас отправится, один из них – Долгая Валентина, город Новолукомль. Дальше такой же утюг отправится в город Лоев. Его у нас заработала Кацуба, в город Гомель, простите, Кацуба Александра. И такой же утюг отправится в город Лоев. Его у нас заработала Асташова Наталья. Девчонки, мы вас поздравляем! Дальше у нас очень много людей, которые привели по 3 и более человек, не дотянули немножечко до 6. Это у нас кто-то выбрал водичку, кто-то у нас выбрал косметичку, кто-то бьюти-кейс, кто-то ежедневник. Сейчас мы вам огласим таких людей. Итак, Войтиховская Алена выбрала у нас косметичку. Дальше. Капульцевич Вероника у нас выбрала сумку. Вот такую сумку вы видите на картинки. Овсиевич Галина выбрала парфюмированную водичку. Мы ей отправляем водичку. Статкевич Оксана Новолукомль выбрала также у нас водичку. Чирва Ядвига выбрала нас чудесный ежедневник с ручкой. Ежедневник, конечно, девчонки, суперские. Если будут такие акции, выбирайте ежедневник, заказывайте с нашей фаберликовской ручкой. Петракевич Евгения, город Браслов, выбрала у нас косметичку. Коваль Светлана, город Лоев, выбрала косметичку. Ольга Зенюк-Сенница выбрала также косметичку. Инна Мустафаева из Мозыря выбрала косметичку. И, дорогие мои, что я вам хочу сказать? Хочу сказать, что розыгрыш подарков у нас не заканчивается. Перед вами трехнедельный каталог, и у каждого из вас есть шанс заработать для себя, помимо баллов компании, объемные скидки, также такие ценные подарки от своих директоров. Еще хочу сказать, что Пухальская Ирина также выложит свои подарки, вы все увидите в чате. Друзья, стремитесь повышать свои звания, стремитесь приглашать людей на нашу чудесную продукцию. И если есть какие-то вопросы, самое главное, не стесняйтесь обращаться к своим наставникам, директорам. Мы всегда вам поможем, мы всегда вас поддержим. И мы желаем вам всем удачи в нынешнем каталоге. 3 недели компания дарит 30 рублей. Компания дарит прекрасный набор по уходу за кожей лица. И поэтому вам все карты в руки. Мы ждем от вас новых регистраций, а вы ждите от нас чудесных подарков.